На прошедшей сессии городского собрания силами депутатами было принято решение о подаче заявки финансирования работ по реконструкции северной части Приморского бульвара. Проект реконструкции Приморского бульвара был разработан еще в 2005 году. Немного позже была заказана смета на реконструкцию северной части бульвара, и в пересчете на сегодняшний день с учетом изменения индекса строительных цен это составило бы 410 тысяч евро с учетом налога с оборота. Если прикинуть общую стоимость бульвара, то получается цифра примерно 1,5 миллиона евро. А теперь, если мы обратимся к условиям программы, то максимальная поддержка на проект составляет 1 миллион евро. А поскольку проект предполагает наличие партнера с Кингисеппа, то сумма будет распределена примерно поровну. Это значит, что в лучшем случае мы можем рассчитывать на поддержку до 500 000 евро. Но в таком случае городу бы пришлось добавлять 1 миллион евро из своего бюджета, что в настоящих условиях достаточно проблематично. Поэтому было принято решение, что наиболее эффективным будет реконструировать северную часть бульвара, стоимость которой 410 тысяч. И в таком случае город сможет выполнить взятые на себя обязательства в случае поддержки проекта. Теперь, когда эта инициатива поддержана и городским собранием, у нас есть полномочия для подготовки и представления этой заявки в программу приграничного сотрудничества Эстонии, Латвии и России. Ходатайствование происходит в два этапа. На первом этапе подается предварительная заявка или так называемое краткое описание проекта, где нужно показать его значимость, связь с приоритетами и целями программы и другие моменты. И будет происходить отсев этих заявок, и в случае успеха авторам лучших заявок предложат подать полное ходатайство. И уже тогда, если и полное ходатайство будет удовлетворено, то город сможет получить эту поддержку. Приморский бульвар – это самая широкая в городе улица. Вид с лестницы на бульвар, променад до моря на сегодняшний момент не столь красив, каким он может выглядеть после реконструкции. Какие же работы планируется провести? Благоустройство территории, замена покрытия пешеходных дорожек, а там, где оно износилось полностью, и строительство новых дорожек. Также установка скамеек, урн и другого инвентаря, озеленение территории. Планируется строительство детской игровой площадки, а также в конце бульвара в качестве завершающего элемента будет возведена ротонда, которая придаст целостность всему ансамблю. Конкуренция в этой программе достаточно жесткая. Бюджет всей программы в этот раз составляет 6 миллионов евро, а претендентов достаточно много. Но некоторые шансы у нас все-таки есть, поэтому мы используем любую возможность для финансирования нашего Приморского бульвара. О важных вопросах, рассмотренных на заседании городской управы, от городского секретаря Андрея Ионова. В минувший четверг на заседании городского управления было рассмотрено 11 вопросов, и на некоторых из них хотелось бы остановиться подробнее. Прежде всего, были подведены итоги конкурса госпоставки по приобретению модульной сцены для Центра культуры. Успешным оказалось предложение на сумму 43 875 евро. Надо сказать, что на протяжении долгих лет город был вынужден модульную сцену брать в аренду. И поскольку мероприятий с каждым годом становится все больше и больше, то и было принято такое решение, что пора уже иметь нам самим в наличии подобную сцену. Эта сцена модульная, то есть ее можно использовать не только на мероприятиях под открытым небом, на таких мероприятиях, как Дни города, Янов день,
всевозможные ярмарки, ну и можно использовать, например, в центре, например, в спортивном комплексе, то есть во внутренних помещениях. Следующим вопросом было утверждение количества занимающихся спортом, которые получают поддержку от города. В этом году число таких спортсменов у нас составляет 525 человек. Кроме этого, было решено опубликовать программу оценки воздействия на окружающую среду. Речь идет о Силгазе. Это терминал сжиженных газов. И будет эта программа опубликована в городском управлении и в центральной библиотеке с 9 по 26 февраля. Из вопросов, касающихся порта, также был рассмотрен вопрос о выдаче разрешения на строительство порту. И речь идет о складе сыпучих материалов. Это огромный склад, 4000 квадратных метров. Уже второй на территории порта. Всего планируется построить 4 таких склада. Также было решено заключить договоры подряда, 3 договора подряда с водоканалом на техническое обслуживание и использование 2 дамб, регуляторов дамб, которые находятся на улице Кеск и Таллинском шоссе. И 3 договор касается отвода ливневых и поверхностных вод с публичных дорог и улиц города. Следующим вопросом было создание 2 малых классов в Аналининской школе для учащихся с особыми педагогическими потребностями. Кроме этого, было решено принять в порядке наследования квартиру, поскольку других претендентов нет. Это квартира по адресу Гагарина 33-113. Город принимает ее на баланс. И в завершение о договорах финансирования. 2 договора финансирования было решено заключить. 1 договор будет заключен с Кохлоярским городским управлением. Город это делает ежегодно. И этот договор финансирования касается организации автобусного движения, так называемого номер 31, который касается маршрута Силамяя, Сиргала, Вивикона. Это город делает для того, чтобы жители могли пользоваться своими садовыми участками на территории Сиргала и Вивикона. И кроме этого, город ежегодно дотирует городскую баню, что было сделано и в этом году. Необходимость городского полицейского или работника горуправы, отслеживающего различные нарушения городских правил, диктует время. Городское собрание приняло решение о введении штатной единицы. По решению городского собрания в штате городского управления с 1 февраля появилась новая должность – инспектор по надзору. Основная задача этого чиновника будет осуществлять надзор, делать предписания и штрафовать по тем законодательным актам, которые в государстве у нас переданы полномочия осуществлять эти действия местным самоуправлением. Перечень их законов довольно большой, начиная с закона о табаке, алкоголе, об отходах, ну и прочее. И также осуществление надзора за теми правовыми актами, которые приняты уже непосредственно городским собранием города Силамяя. В основном это касается правил благоустройства, правил общественного порядка, содержания собак и кошек, ну и других. Мы надеемся, что, в общем-то, появление вновь этой должности в нашем штате позволит каким-то образом дисциплинировать жителей города. И в основном, конечно, мы хотим значительно улучшить ситуацию с несанкционированным выбросом мусора, с неправильной парковкой, особенно в зимнее время, да и в летнее время, когда паркуются на зеленых зонах.
Мы хотим, чтобы эту должность занял человек, имеющий уже определенный опыт работы в органах контрольных, ну, например, скажем, бывший какой-нибудь полицейский, и который будет в основной свою деятельность осуществлять в городе, то есть это будет не столько кабинетный работник, сколько человек, который будет в основном себя проявлять на городских территориях. В настоящий момент объявлен конкурс CV, требования к кандидату и его основные задания, которые будут возложены должностной инструкцией, опубликованы на сайте города. До 17 февраля мы ждем участников, то есть которые представят свои CV. Ну и после этого будет выбран кандидат, который займет эту должность. И мы надеемся, что уже ближе к весне активная деятельность именно в той части, о которой я говорил, то есть это благоустройство, несанкционированный выброс мусора, те же самые кошки и собаки, незаконное строительство, ну и прочие, говорю, правовые акты, которых мы потом еще осветим в нашей газете «Силамянский вестник», он будет этот надзор осуществлять. И наша цель не пополнять городской бюджет, хочу об этом подчеркнуть, штрафами. Наша цель каким-то образом дисциплинировать наших жителей, потому что, хотя большинство, как я знаю, законопослушные, но все-таки, к сожалению, факты, особенно с замусориванием городских территорий, и особенно это ярко проявляется, когда стаивает снег, мы надеемся, все-таки эту ситуацию улучшит. Вот основная задача этого чиновника, который, как я считаю, в ближайшее время уже приступит к своим обязанностям. Вопрос о строительстве на территории Силамянского порта газового терминала стоит уже давно. Но прежде, перед тем, как приступить к строительству, развивателям следует пройти предусмотренные законом процедуры. Уважаемые граждане, с 9 февраля проходит публичное обнародование программы оценки влияния на окружающую среду предполагаемого строительства терминала сжиженного природного газа и пропана-бутана, который предполагается разместить вот на следующей территории. То есть это порт Силамянский, бывшее закрытое хвостохранилище. И вот здесь красным отмечено 26 гектар, отсыпаемые в акватории Силамянского порта в море территории, где предполагается разместить, значит, терминал сжиженного газа природного. Значит, здесь БЦТ, Алексела, вот, Силмет, значит, другие, значит, терминалы. Значит, и далее от этого терминала к трассе, которая идет вдоль Таллинского шоссе, 3-километровый трубопровод для, так сказать, резервного, в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, перестанет газ поступать с России в Эстонию, значит, тогда с танкеров сжиженный природный газ поступает на хранилище, вот, и по трубопроводу идет в эстонскую сеть газопровода природного газа. Смысл как раз в этом этого терминала. Ну и, конечно, если такой потребности не будет, то используется, значит, для транспортировки или далее, или на другие виды транспорта. То есть смысл вот в этом. То есть объем достаточно большой. Вы это прочитаете и в городской библиотеке, где с четверга мы делаем доступным на русском и на эстонском языке, делаем доступным для народа, чтобы ознакомиться. Публичное обсуждение устраивается с тем, чтобы жители города детально ознакомились с проектом строительства, с влиянием этого объекта на природу и жителей города. Поэтому активней участвуйте в обсуждении данного проекта. Городское управление просит вас более активно участвовать в процессе обсуждения строительства возможного
значит, терминала в городе Силамяе. Вот, тем более это сделано на двух языках. Вот. Обсуждение программы оценки влияния на окружающую среду, среду предполагаемого строительства планируется 2 марта в 15 часов в зале Силамяевского местного самоуправления по адресу Кеск, 27. Приглашаем вас активно принять участие в обсуждении этой программы. Уважаемые дамы и господа, 26 февраля в 13 часов во дворе дома 25 по улице Валерия Чкалова состоится праздник «Масленица». В программе... Это кто же так праздник объявляет? А? Да еще и масленицу, а? Вот смотри и слушай. Собирайся, народ! Масленица идет! Самый долгожданный зимний праздник! Зиму провожаем, весну встречаем! Понял! Я попробую. Уважаемые дамы и господа, праздник идет. Лицо потерять боится. Чтоб терять лицо, сначала нужно его иметь. Надо что-то с ним делать. А ну, скидывай с пинжа. Вот, вот теперь совсем другое дело. На человека стал похож. А то... цирк какой-то. Ведь масленицу объявляют! Да, ты давай, начинай, а мы подхватим. Хорошо, я попробую. Дорогие горожане, силовяйцы, 26 февраля в 13 часов во дворе Центра культуры по улице Чкалова, 25, традиционная, разухабистая, как всегда широкая русская масленица. Аттракционы, ледяной стол, блины, костер, сжигание чучела масленицы. Масленица в Силамяе. Погоди, ты дай и нам сказать. Дорогие горожане, на традиционном празднике масленица вас ожидает много разнообразных развлечений. А именно... концерт самодеятельности коллектива. Различные аттракционы для детей и взрослых. Выпекание блинов, беспроигрышная лотерея и водяной стол. Театрализованное представление «Игра для детей» в гостях у Юмии. Исполнение артистов театра «Другое небо». А также ожидается приезд гостей из города Нар. Вы чего? Они чё? Это как же? Да это шутка была! Ну кто же вот так вот себя ведет перед камерой? Ой, не солидно, не солидно! Не солидно? Ой, па! 26 февраля в 13.00 на Чкалова 25 во дворе Центра культуры. Масленица! Стой! Два дня футбольные команды из России, Белоруссии, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии боролись за призовые места на традиционном турнире по футзалу памяти тренеров Евгения Петрова, Юрия Барабанова и Михаила Мухина. Валерий, воскресенье, 12 часов дня, второй день проходит чемпионат города. Ну, кроме игр, наверное, игроки должны где-то проживать, где-то развлекаться, где-то отдохнуть. Как построена программа для участников команды? Ну, я хочу сказать, что наши ветераны не только играют в футбол, но обязательно общаются между собой, обязательно общаются с ветеранами из разных стран. У нас в этом году рекордное количество стран. И поэтому мы, конечно же, непременно
по традиции организуем вечер отдыха ветеранов, который прошел с большим успехом вчера вечером в любезно предоставленном нам ресторане гостиницы «Леворант» в Уснарве. Мы там проводим уже второй раз, ветеранам там это очень нравится. Размещение команд в разных частях, в том числе и в Силамяе, живут во дворце спорта несколько команд, живут в Крунке, за что им, кстати говоря, спасибо, то есть они там нам дали возможность чуть меньше командам небольшие скидки, живут в Уснарве и в нескольких гостиницах. Валерий, ну здесь представители Литвы, Латвии, Финляндии, наверное, люди избалованные бытом. Какие-то претензии были по дворцу спорта, по проживанию? Нет, как раз таки не люди не избалованы бытом, поскольку вот мы общаемся сейчас с ветеранами. Залы к нам, которые приехали ветераны, я не скажу, что у них залы лучше. У многих, наверное, у большинства залы хуже. Псков приехал. Вчера вот мы общались с командой Псков, которая второй раз у нас здесь, они сказали, мы просто обалдели. Поскольку вы смогли за такое короткое время, вчера были кирпичи, а сегодня уже все обшитый шикарнейший зал. Точно так же у других команд. Я не скажу, что где-то лучше, где-то хуже, но, по крайней мере, наш зал... В прошлом году было очень стыдно проводить турниры. В прошлом году было достаточно не очень-то уютно, поскольку было старое амортизированное здание, мы все это знаем. А в этом году новое здание, новые отреставрированные помещения, очень приятно и очень светло и очень хорошо, и все условия для футбола. В турнире приняли участие 16 команд из 6 стран: России, Латвии, Литвы, Белоруссии, Финляндии и Эстонии. Команды были разбиты на две возрастные группы – 35-40 лет и 40 лет и старше. В результате интереснейшей спортивной борьбы победителями стали 35-40 лет команда города Петрозаводск России «Альянс», одолевшая в финале команду «Абсолют» Минск, Белоруссия. В возрасте 40 лет и старше впервые за всю историю турнира победителями стала команда из Силамяя «Алмаз», победившая в финале команду города Хельсинки, Финляндия. Все команды, принявшие участие в турнире, получили кубки, а победители – медали и памятные призы. Хочется поблагодарить всех тех, кто помог нам в организации турнира ветеранов. Силамяевское городское управление за финансовую помощь, администрацию дворца спорта «Калев» за предоставленные спортивные помещения, «Силамяйский вестник», «Силамяйское телевидение» за информационную поддержку. Ну и, конечно, всех болельщиков, пришедших поддержать команды. До встречи на турнире ветеранов 2013 года. Болейте за футбол! В прошедшие две недели в спортивном комплексе «Калев» состоялись турниры по волейболу и мини-волейболу среди школьных команд города Силамяе, которые состоялись при поддержке городского управления Силамяе. И организатором этих соревнований выступил Союз школьного спорта Силамяе. 25 числа Ваналиновская школа, команда номер один, стала победительницей в турнире среди 4-5 классов, набрав 8 очков. Среди 6-7 классов 26 января победителем стала команда школы «Астанго» с количеством очков 6. А на следующей неделе, 1 февраля, среди 8-9 классов первая команда была эстонской основной школы. 2 февраля среди 10-12 классов в серьезной борьбе сильнейшей стала команда профессионального училища, опередив такие сильные команды школы «Астангу», «Ваналина» и «Канука». Февраль месяц – это, наверное, пик зимних видов спорта. И для школьного спорта он является тоже таким же активным в плане зимних развлекательных и спортивных мероприятий. Для учащихся наших школ в этом месяце будет предложено и первенство по лыжам, которое состоится 14 февраля в Синемяе. Мы приглашаем школьные команды участвовать в гонке на лыжах и также группы поддержки, которые могли бы развлекательно покататься на санках, поиграть и порадоваться зимним дням, выпив чашечку теплого чая и поиграв со сказочными скоморохами.
Итак, напоминаю, ребят, 14 февраля все, кто умеет стоять на лыжах, предлагаем поддержать вашу школьную команду на этом интересном соревновании, которое пройдет в Синемяе. А уже сразу на следующий день, 15 февраля, в стенах спортивного комплекса, в его залах, состоится большое довирмутское мероприятие школьного спорта. В Иргутсахисама уже который год мы принимаем у себя в стенах такие большие соревнования, и команды со всех городов и маленьких сел уезда приедут поучаствовать в таком большом мероприятии. С 10 до 12, напоминаю, пройдет в наших залах такое большое довирмутское мероприятие, в котором наши школы примут все четыре команды примут участие. Это будет первый этап, на котором есть возможность сразу отличиться и выбиться вперед и в лидерскую тройку. 21 и 22 февраля в 15:00 в большом и малом залах спортивного комплекса «Калиф» состоится турнир первенства по мини-футболу среди учебных заведений города, в котором примут впервые в этом году не только младшие возрастные группы 4-х и 5-х классов, а все с 4-х по 12-й. Турнир состоится для всех ребят, желающих участвовать, для всех команд нашего города. А теперь информация для любителей зимних видов спорта. В спортивном комплексе уже готова и освещена лыжня. Так на стадионе в вечернее время можно покататься на лыжах для своего удовольствия и для здоровья. И с другой стороны, где находится летом баскетбольная площадка, сейчас подготовлен и освещен также каток. В вечернее время есть свет и можно покататься. Лед гладкий. Мы приглашаем всех любителей, кто умеет и хочет кататься на коньках, провести время с пользой для здоровья. И если заметили наши юные горожане, что уже подготовлена рядом с катком для них горка, на которой тоже можно кататься для своего удовольствия. Приглашаем вас заниматься активно спортом, оздоровительным спортом для своего здоровья и удовольствия. Силамяевская школа Астанго, в прошлом средняя школа номер 4, ждет своих выпускников и учителей, работавших в школе, на вечер встречи 18 февраля в субботу в 17 часов. Такие вечера наша школа проводит с периодичностью раз в 2-3 года. И мы надеемся, что выпускники, которых, конечно же, стало за это время больше, соскучились по школьным стенам, по учителям, по друзьям-приятелям, с которыми они учились, а потому придут с удовольствием на эту встречу. 18 февраля в школе будет работать буфет. Можно будет встретиться с одноклассниками, с учителями, с классными руководителями. Мы ожидаем, что бывшие выпускники выступят с добрыми пожеланиями в адрес своих учителей на этом вечере, а может быть даже и с художественным номером. Поэтому просим, кто хочет выступить, сообщить это по телефонам 39 29 042 или 39 29 045. Дополнительную информацию о плане вечера вы можете найти на школьном сайте. Школа Астанго или средняя школа номер 4 ждет своих выпускников и учителей 18 февраля в 17 часов. 18 февраля в 17:00 в театре «Другое небо» в рамках гастрольного тура театра «Поневоле» состоится показ комедии американского драматурга Нила Саймона «Последнее безумство». Спектакль – участник многочисленных эстонских и международных театральных фестивалей. Итак, 18 февраля в 17:00 комедия «Последнее безумство».